Предварительные итоги уходящего года подвели сегодня в Народном собрании Республики. Все планы и задачи, которые мы ставили перед собой в начале этого года, были реализованы, отметил спикер парламента Хизри Шихсаидов и сообщил, что подробный отчет о работе будет сделан на январской сессии. На совещании также обсудили предполагаемые вопросы для рассмотрения на предстоящей 32-й сессии. Шихсаидов дал ряд поручений по подготовке проведения правительственного часа. В частности, он высказался за то, чтобы в ее рамках обсуждались наиболее актуальные вопросы, которые беспокоят жителей республики. Хизри Шихсаидов поблагодарил всех за хорошую работу и поздравил с наступающим Новым годом. Хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам прежде всего здоровья, успехов, слаженной, дружной работы. Хочу всех поблагодарить за вашу работу в целом. И аппарат, и депутаты, которые работают на постоянной основе, относились ответственно к своей работе, принимали активное участие в рассмотрении всех вопросов, подготовке вопросов на сессии.